Всего за прошедшую неделю с 3 по 9 мая на пульт дежурной диспетчерской службы 37-й пожарной части поступило 15 сигналов. Из них огнеборцы 8 раз выезжали по сигналу о загорании мусора, один раз на загорание сухой травы. Также еще один вызов был связан с коротким замыканием в электропроводке, а 3 из общего числа вызовов оказались сложными. Все сигналы были, как отмечают в пожарной части, незначительными. Самый серьезный вызов на прошедшей неделе был связан со сгоранием автомобиля. ЧП произошло ночью 5 мая в районе дома 10Г по Николо-Березовскому шоссе. К сожалению, отечественное авто выгорело практически полностью. По линии ГИБДД за прошедшие выходные с 6 по 9 мая в городском округе было зафиксировано 182 нарушения правил дорожного движения. Из них задержано 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя перевозили детей без детских удерживающих устройств, двое нарушили скоростной режим, 16 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, нарушений среди пешеходов 6, двое не предоставили преимущества в движении пешеходам. Также 9 нарушений за тонированные стекла. За праздничные дни было зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.